Привет, ребята. Я в аэропорту Шереметьево. Собираюсь проделать путь через всю страну длиной больше 8 часов. И все для того, чтобы послушать офигенно крутой сетап. Даже несколько сетапов. Ребята, вот он, Владивосток. Там сидят люди, слушают наушники Odyssey, и там целая очередь уже, а время еще только час дня. Но прежде чем все это случилось, целый день ушел на подготовку, расстановку и настройку кучи оборудования. Во-первых, это 6 самостоятельных сетапов для прослушивания наушников, каждый из которых состоял из цифрового проигрывателя Aurender, подключенного к ЦАПу и усилителю для наушников Mytek. Все это управлялось с планшета Apple и было запитано через консоли питания Mudra Acoustic. Во-вторых, в отдельной комнате были построены 2 сетапа. Первый, ориентированный на высококачественное воспроизведение музыки с очень серьезными электростатами Martin Logan ESL-15, подключенными к моноблокам Macintosh 611, и с топовым цифровым проигрывателем Aurender A30 в качестве источника, подключенным через референсный ЦАП Mytek Manhattan DAC 2. Второй – кинотеатральная система 5.1, построенная на акустике Martin Logan серии Motion. В качестве источника использовался топовый медиаплеер Zapiti Pro 4K HDR. Все это было также запитано через еще более крутые консоли питания Mudra Acoustic. Уже с самого утра субботы люди начали заполнять Digital Hall, а это, как мне кажется, показывает, что интерес к хорошей технике в Приморье есть. Посетители не стеснялись интересоваться и задавать интересные вопросы, и представители привезенных брендов с удовольствием на них отвечали. Ну что, ребята, вот там за моей спиной вся линейка наушников Odyssey. От самых недорогих до максимально нескромных. Четверок и 4Z. Все это можно тут отслушать на любой музыке. Tidal из Aurender и усиление Mytek. А вот в этом помещении показывают большую систему с электростатами и с плеером записи. Сейчас попробуем туда занырнуть. Что касается системы с электростатами, то она получилась настолько крутой, что почти все время туда было невозможно проникнуть. Народ все время набивался туда под завязку. Чтобы посетителям было интересно, демонстрация стереосетапа чередовалась с кинотеатральной 5.1, на которой крутили разные хорезные концерты. В этой комнате аншлаг не прекращался оба дня до самого закрытия.
только что отсюда вышел человек со словами «кайф», «вот это кайф» и прошел. Причем очень круто, что было много молодых и очень молодых людей, интересующихся хорошим звуком. Некоторые были настолько увлечены, что, например, проходили весь модельный ряд наушников Odyssey от начальных до самых топовых, переходя от одной модели к другой. Благо, организаторы расположили наушники по возрастанию их уровня, поэтому было достаточно просто и понятно сориентироваться по модельному ряду. Были и те, кто приносил свои наушники и сравнивал их с Odyssey. Как мне кажется, это очень правильный подход, позволяющий максимально наглядно оценить то, что ты слушаешь сейчас, с эталоном, не побоюсь этого звания, который используют в ведущих студиях по всему миру. Я и сам с удовольствием сравнил, как звучат LCD-4 в сравнении с винтажными стаксами, которые принес с собой один очень приятный человек. Что касается сетапов с наушниками Odyssey, то здесь можно было попробовать послушать аппаратуру практически в любой комбинации, потому что здесь были установлены как самые младшие модели проигрывателей и цапов, так и самые взрослые. То есть послушать, как звучит какой-нибудь зверский Mytek Manhattan DAC 2 в связке с LCD-4 без проблем, сиди, слушай сколько влезет. И при этом, конечно, были и самые младшие, LCD-1, Mobius, а также были портативные iSign. Ну что, ребята, второй день праздника наушников и электростатов. Сегодня мне уже не так хорошо, как вчера, потому что вчера было очень хорошо. И сегодня уже на морепродукты смотришь не с таким энтузиазмом. Но электростаты и Odyssey пока играют неплохо. Два дня мероприятия пролетели очень быстро, потому что все было действительно интересно, хоть и достаточно концентрировано. Мне кажется, что те люди, которые смогли в эти два дня прийти в Digital Hall, получили как минимум интересный опыт, узнали много нового о звуке и, конечно, услышали очень качественный звук, о котором они, думаю, будут вспоминать еще достаточно долго. Ну что, ребята, вот и подошло к концу это веселое мероприятие. Спасибо Владивостоку за то, что очень тепло нас принял. Еще увидимся. Thank you.